港が近づけない。外部品、あ、スキル、スキル得られるのはいいんだけど、そろそろ新しい仲間を増やさないと、スキルポイントがいくらあっても意味がない。うわー、えらいことになってる、えらいことになってる。ちょっと待ってね、前も囚われの NAR 兵士助けてやったけど意味あんのかな。どうしたどうした、あ、死んでる。お、あ、またこれか。なんだ、チェルノブライトが意志を持ってるとか、そういう。はい、あ、汚染されてる。これなんだ、メタルプレートか。意外と意外とアイテムがある。とこの辺にもチェルノホストがまだうろついてた気がするんだけど、こっちはおそらく近寄れないな。装備と武器が潤ってから以前では考えられないムーブかましてんな。あ、そうだ、この列車の中にもピッキング対象の扉があったと思う。おや、ああ、脱走兵が。おっす。おお、出Мой любимый сталкер! Еще раз спасибо, что спас меня. 何をしている？Что? Все еще тут? Ну, через периметр я пробираться не могу. К НАР присоединиться не хочу. Так что выбора у меня нет. Вот, занимаюсь торговлей, чтобы было на что жить. Ха. Ты продаешь оружие? Конечно. Оя?おやおやおやおや、 AK-47、 え、もらっちゃおう。レーション4個なら。Ты продаешь оружие? Конечно. あ、違う違う。У тебя есть? На любой. 要求するのは基本的にレーションか。ちょっと待ってね。ああ、何もカスタムされてないんだ。まあいいや。ライフルの弾は今まで兵士を倒して収集して拠点に置いてきてあるから。リボルバーの弾をあんまりもらえないな。まあいいや。また探索で集めりゃいい、レーションぐらい。あ、レーションあるじゃん。あ、レーションあるじゃん。ラッキー。脱走兵ね。これなんだこれ。うん、マジで、サーチ範囲はめちゃくちゃ広い。この辺に兵士がいた気がしなくもないんだけど、みんなチェルノブライトに取り込まれたっていうことで。出た。うわ。わあ。何なんだろうな、これ。あ、こっちも。ああ、ちょっと汚染されてる。謎イベント、
じゃあちょっと住民に会う前にピッキングやらなんやら済ませちゃおう。キノコは大事。またあんまりゆっくり探索してて黒衣のストーカーバーンと来られても困るから。オープン。あっと、あっと、ショットガンか。ちょっと通れない。あ、通れた、よし。科学薬、んー、なんか地下があるぞ。あ、レーションめっちゃあるな。どっから行ける地下だ、あれ。なんかあったっけ？ああ、バーナーのとこかな。汚染が強い。おっと、今、チェルノホストがワープしてきてた？ぽかったよね。わからない。そう見えた。いや、そうだな。あ、いたいたいたいた。別に無視できるならしちゃってもいいんだよな。あんまり索敵能力ないみたいだし。よいしょ。しょ、おーっと、そっか。そんなにショットガン大量にあってもなんだけどな。なんか捨てるか。インベントリーのことあまり考えてなかった。いやでもな、ショットガンさっき手に入れてるんだよな。ちょっとこれを捨てこれ捨てるにはどうしたらいいんだろう。あ、捨てた。あ、なんかいろいろついてんな。まあいいや、じゃあこっち持ってこう。んー、逆にショットガンをオリビエに持たせてやるか。ひとまずもう片方のロックピックも開けちゃおう。この家か。あ、いや違うな、この家じゃないな。これ前見た気がする。レーション、сиди тихо, ладно? А? Уверен? Не могу уже. Может, нам лучше... А? Решил сразиться с монстром? Да? Давай. Но я запру дверь изнутри. Ну уж нет! Тогда заткнись и не рыпайся. Я что-то слышу. А, курика. А, что-то... たぶんガスマスク用意しろってことなんだよな。待って、これ開けたはいいんだけどさ。あ、触れた。さあ、さっさっさっさあ。これ何これ。ライフル弾か。あー、ちょっと放射能ダメージ受けたから、ちょっとこっちを無理やり進もうと。進めるな。え、今どこの警告をした？こっちか。あ、そうだね。そうだね。で、おそらくまたアンチチェルノブライトバーナーを使うような場所が見えるな。これ無理に行こうとすると多分まずいよな。あ、そうでもない。いや、
いやいやいやいや、死んじゃうな。死んじゃうな。じゃあまあひとまず除染して、で空きができたから拾って、よし。うん、じゃあ行ってみるか。原住民、原住民ではないか、某住民の住みかへ。入れるのかな今回は。ハロー、あ、誰かいる。Я тебя не знаю, что надо. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чудило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! おー、入れる。よっしゃ。前から気になってたんだよな、こんなか。Ну, привет. Слышал ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? 評判が立ってるらしい。避けたい。Никогда таких не слышал. Похоже на очередную городскую легенду. Чё? Городскую?Мы же в грёбаном лесу, дружище. Ладно. Надеюсь, кто-нибудь поможет нам наконец. И Нарс валит из этих мест навсегда. それ国威のストーカーの話だったりして。あ、20度は。おお。あ、ちらほら人が。ボディーガード。Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. О чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки.Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. なるほど。本当に素晴らしい村か、ここ。Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди?Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса как свои пять пальцев. Хай. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить Чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились.Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Хай. Ну что ж...Вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство, а врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю.Само собой. Твое желание закон. ほう。このエリア内の話か、それは。そうだね。でも、ここを今近づけないかもしれん。あと、物資があったところで、回収できないかもしれん。Мне кажется... Точно, Джон Леннон! Он...へー、あ、結構人が
Так или... Матею, становись, нужно своей очереди подождать. Какая еще очередь? Тут только мы с тобой. Не наглей, щенок. Знаю таких, сначала без очереди лезет, а потом полная анархия наступает. Только через мой труп, жди в очереди. А, ここに医者的な人がいるのかな？Вали отсюда! はい。じゃあ物資を持ってこれるかわかんないけど、ひとまず行ってみるか。お、豚。ちょて、ты потерялся что ли？Я за поросятами присматриваю. Ромашка, Дарья, Ваня. Теперь, когда вся еда закончилась... はあ。まあ、とりあえず様子を見に行こう。多分ガスマスクないといけないと思うんだよな。しまったな。入っちゃいけない色してるもん。あや、ギリギリいけんのかな。いけそうだ。さっきいなかった兵士がいる。一人で向こうにもう一人。草があんまりねえんだよな。弾はできるだけ温存したい。見えない。敵が見えない。二人。一人動かないな。ひー、見つかる。見つかっちゃった？あ、セーフ。ちょっと試したいんだよね。サプレッサーがさ、本当に機能するのか。撃っちゃう。あ、効いたっぽい。ちょっとじゃあもうやっちゃう。精神はね、ドーピングすりゃ治るから。空きがよ。お、はい。鼻息なんてね、鼻息じゃねえや、鼻歌なんて歌ってる場合じゃないんだよな。ちょっともうあのライフルの弾は持ち帰れないけど、つかさ、プリミティブアーマー今いらんか。捨てちゃおう。あ、違う。着替えないで。着替えないで。どこかね。こっちか。え？ああ。これ。こん中か。そうだ。あ、下がある。なるほど。敵がいたらもうこれで頭スパーンだ。え？死んでるってパターンではないよね。ハイライトされてないんだからそれはないか。
О? Так, минутку. Копачи. Костя. Черт. Парень, которого искал Нар. Парень, которого я убил, был мужем Ольги? Черт. Я тебя... Что же теперь делать? Признаваться или нет? Кутайжоба, идти. Чао? Алло? Эй! Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтоб я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Утагавашики ва... Пасео. しまった。この前殺したあの男が、あ、やべ、やっちゃった。やっべ、どうしよう。疑わしきを罰した結果、夫殺しやってるイーゴル。参ったな。やべえ。どうしよう、これ。絶対全員敵対してくるよ。参ったな。